гэта відавочна магілёўцы у сваёй спробе контратакаваць. Паглядзім, ці будуць яны зараз плённымі. Канцавы удар і 2-0. Дубль Артёма Канцавога, 62-я. Што я вам скажу, сябры, магілёўцы вельмі блізкія, каб ўсё ж такі перамагчы. І 2-0 супраць Слуцка, гэта той вынік, які, канешне, наводзіць на пэўныя высновы, і будзе цяжка камандзе Павлова. Больше, не знаю, к голу или тому, что прошла такая крутая комбинация. Снова разыграли, снова получилось интересно, и немного не готовы оказались к вот такому розыгрышу. Борец старается прессинговать, иногда получается очень даже удачно. Акубардия теряет мяч. Стасевич, подача в штрафную площадь и замыкает эту передачу. Партнер 1-0 все-таки. Очередная голевая передача от Игоря Стасевича. И все поздравляют кого? По-моему, Максим Скавыш. Сработала замена Алексея Баги. Выдал капитан борисовской команды Игорь Стасевич. Очень красивый гол. Уже 12-я результативная передача для Игоря Стасевича. Ну вот что мы с вами говорим.